На закрытии кинотавра все та же красная дорожка, правда, звезды по ней идут совсем другие. Как правило, во время проведения кинофестиваля артисты и режиссеры сменяют друг друга. При плотном графике работы в кино редким счастливчикам удается бывать здесь от звонка до звонка. На закрытии кинотавра был представлен продюсерский проект Анны Меликян «Про любовь только для взрослых». Поэтому на красной дорожке все те, кто снимался в продолжении «Альманаха», получившего главный приз кинофестиваля 2 года назад. И те, кто снимался в конкурсных лентах. В этом году из 77 картин были отобраны фильмы, снятые и в регионах, и при поддержке зарубежных продюсеров. 9 картин из 14 сняты без господдержки. У нас 2 фильма «Заложники» и «Аритмия», которые сделаны в коупродукции с 3 странами каждая. Это тоже говорит об открытости, об интересе западных продюсеров к российским режиссерам. Очень большое разнообразие, что опять так радует, что у нас вот каждый фильм по-своему нашло свое место и своего зрителя. Мы были очень довольны, когда раздавали призы. Признавать, отмечать вот разнообразие сегодняшнего кинематографии. Лучшим режиссером на кинотавре стал Резо Гигинишвили с фильмом «Заложники». Снял эту ленту Владислав Апельянс, победивший в номинации «Лучший оператор». Приз за лучший сценарий Виталия Суслина, лента «Голова два уха». Единодушно жюри присудило главный приз кинотавра фильму Бориса Хлебникова «Аритмия. Про жизнь обыкновенного врача скорой помощи». Его сыграл Александр Яценко, которому вручили приз за лучшую мужскую роль. Мне просто нужен был человек, который счастливо нашел свою профессию, которой ему интересно заниматься. Вот. Медицинская тема возникла довольно случайно. Она просто довольно удобная, особенно скорая помощь, потому что это маленькие случаи, они разнообразные. Это для сюжета, для сценария хорошо, просто для драматургии. Это один из лучших режиссеров независимого кино, которое, к сожалению, мало что собирает в прокате, но это не делает его менее амбициозным и привлекательным. Вот, это хорошее, крепкое кино, которое я в какие-то моменты буду пересматривать. У нас какой-то прекрасный состав жюри. Очень все люди совершенно из разных сфер, совершенно с разными взглядами на кино. И это было для меня колоссальным опытом. Мне кажется, я чуточку больше стала разбираться в каких-то вещах, и мне это тоже приятно. Набрался опыта и Кирилл Плетнев, больше известный зрителям по своим актерским работам, но уже много лет занимающийся режиссурой. Снявшись в его ленте «Жги», актриса Инга Болдина получила приз в номинации «Лучшая женская роль». Кирилла я открыла в короткометражке «Настя», которую мы вместе с ним сделали, и в общем, эта героиня перекочевала в этот сценарий. То есть мы нашли героиню, которую было жаль бросить, и хотелось какую-то большую историю с этим образом. И вот он написал такой сценарий на меня, и я ему очень за это благодарна. Мне очень интересно работать в жанровом кино, продолжать. Вот. Мне очень интересно попытаться сделать что-то на телевидении, какой-то авторский сериал, хороший авторский сериал, такой 8-серийный, вот, в таком формате. Мне интересны истории про людей. Кинотавр развивается вместе со страной, и запрос нашего общества сейчас – жизнь маленького человека без глянца и гламура. На российских экранах фильм-победитель 28-го открытого российского кинофестиваля «Драма Хлебникова. Аритмия» появится 28 сентября. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.